Баку – очаровательный и один из крупнейших городов Востока, славящийся историческими памятниками. Одной из достопримечательностей современной столицы Азербайджана является застройка города. Баку стремительно развивается благодаря прежде всего нефтеинвестициям и реализации многочисленных международных проектов, в том числе проектов, связанных со спортом. Не столь важно, сколько нефти Азербайджан добывает из Каспия. Прежде всего, мы дорожим временем, которое купить невозможно. Мы относимся к себе критически, так как церемония открытия назначена на 12 июня, и нет никаких средств, чтобы перенести эту дату. При этом бывший президент британского НОКа Саймон Клег, отвечающий за подготовку столицы Азербайджана к Европейским играм 2015, уверяет, что особых причин для волнений у него пока нет. Из 18 спортивных объектов большинство уже готовы. Остальные достраиваются, причем с опережением графиков строительства, как, например, главная арена игр. Олимпийский стадион – символ первых европейских игр, не только потому, что здесь пройдут церемонии открытия и закрытия. Это наглядный пример наследия этих соревнований. После игр эта арена станет домом национальной сборной Азербайджана по футболу. 4 матча ювелейного Евро-2020. Стоимость этого стадиона, который будет вмещать 68 тысяч человек, более 500 миллионов евро. Сдать его в эксплуатацию планируют уже в феврале 2015 года. Это самое большое строительство в Азербайджане, Баку, и оно остается в рекордно короткие сроки. Буквально за 2 года мы построили то, что вы все видите вокруг. 2 года там назад. Здесь на данной территории было только болото, допустим, и какие-то водоемы. Похоже, не станут помехой для организаторов соревнований и легендарные бакинские пробки. Как и на предыдущих Олимпиадах, на время Европейских игр в городе появятся зарезервированные для участников полосы дорог. Мы направим поток машин вокруг города, не через центральные улицы. На плане, который вы видите, синим цветом выделены маршруты европейских игр. То есть именно по этим дорогам будут передвигаться участники игр. Усердно готовятся к предстоящим стартам и непосредственные участники соревнований, как двукратный серебряный призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе и посол Европейских игр Равшан Байрамов. Есть панамериканские игры, азиатские, именно поэтому должны быть и европейские. Надеюсь, что эти первые в истории европейские игры принесут успех моей стране. Свои оригинальные программы, специально подготовленные для июньских игр, отшлифовывают гимнастки. На чемпионат мира Европы все федерации имеют право принимать из страны участие. А на Европейские игры шел отбор, так как идет отбор на Олимпийские игры. Продолжается кастинг для участников торжественных церемоний открытия и закрытия игр. Последнее приготовление в лагере для атлетов. КОФИ поддерживает тонус в офисе Оргкомитета игр, насчитывающем 1200 сотрудников. Все усилия направлены на единую цель – успешное проведение первых в истории европейских игр. По какому критерию можно оценить успешность предстоящих игр? Существует достаточно много факторов, но прежде всего спортивные. Я хочу, чтобы 6 тысяч атлетов из 49 стран Европы, которые будут принимать участие в турнире, остались довольны организацией соревнований. Если они захотят принять участие в следующих играх, то и телевидение будет заинтересовано в освещении этого проекта, а спонсоры – в сотрудничестве. До Европейских игр, на которых будут разыгрываться 253 комплекта медалей, в 20 видах спорта осталось меньше полугода.